Возможно, боксировать на международном уровне очень хорошая новость для меня. Мы с тренером работали над физической подготовкой, над защитой, работой ног, передвижением. Мы можем работать в разных стилях. Чаще всего мы работаем, давим, просто тяжелая работа. Но если надо будет для удобства боя работать вторым номером, то будем работать. А в основном работаем в жестком стиле. Большая честь участвовать на таких соревнованиях, где соберется очень много стран и сильнейшие спортсмены. К этому турниру провели очень большую работу над ошибками. У Егора их немного, он спортсмен хороший, но кое-какие недочеты нам тоже пришлось исправить. Добавили очень много физической подготовки, потому что соревнования идут среди возраста 2008-2009 годов рождения, Егор младшим годом. Поэтому надо соответствовать ребятам постарше уже и физически, и технически. То есть во всех аспектах мы стараемся быть готовы. Со всей нашей дружной команды хочу пожелать Егору огромной удачи на этих соревнованиях. Это очень важный турнир, международный, чтобы заявить о себе на международном ринге. Конечно же, будем болеть за Егора, поддерживать его, писать ему.